Что-что, а эти ребята ни с кем своим куском славы не захотят делиться. Другое дело, группа «Огонь» — это те самые эпатажные парни из Quest Pistols. Так вот, сейчас «Белую стрекозу любви» исполняют и они, и уже обновленный состав Quest Pistols Show. Опа, опа, тише, тише, я уйду, ты меня услышишь. Для тех, кто не в теме, объясняем. Более года назад известные нам по проекту Quest Pistols Костя, Антон и Никита создали новое творческое альтер-эго. За это время успели выпустить альбом и несколько горячих хитов. Это не мое лето, время не угадаешь, желание не загадаешь. Но совсем недавно уже окрепшую команду покинул Никита Горюк. Ничего такого не случилось, но вышло так, что Никита не выступает больше с нами. Он сейчас находится в другом городе. И мы приняли решение, что он не будет участвовать больше в нашем коллективе. По словам парней, его путь — это рок-музыка, и отныне он будет вкладывать все силы в развитие сольного проекта «Зверобой». Все хотят ставить мою жизнь, свои 5 копеек, но жизнь научила только себе верить в любых затеях. Что касается «Огня», то тут концепт группы совсем другой. Если вы помните «Пистолетов» как парней эпатажных и противостоящих гламуру, то сейчас эти ребята напротив, в тренде. Об этом говорят их образы, репертуар и клипы. Сейчас вообще, в принципе, слово «гламур» считается пошлым, я так думаю. Его уже никто не использует. Слово «тренд» намного ярче. Вот, и мы в тренде, конечно. Однако старые хиты так и не забыты. Сейчас их исполняют сразу 2 коллектива. «Огонь», например, имеет на это полное право, так как над их музыкальным контентом продолжает работать автор популярных треков «Я твой наркотик», «Ты так красива» и так далее. Я твой наркотик, твой никотин. Мы просто сделали редизайн звуковых аранжировок этих старых композиций. Мы любим эти песни. Это же не такого рода себе анонизм. Выходишь на сцену и такой: я кайфую от себя, я хочу петь то, что я хочу петь. Нет, если им нравятся наши песни, которые мы поем уже около 10 лет, почему бы не спеть ее еще раз? Ну а из свеженького вот-вот должен был выйти клип на песню «Не в ее». Не будет никакого «Не в ее», не будет никакого клипа. Потому что автор этой песни, Дима Сысоев, он слишком много «в ее». И теперь он не в ее у себя дома. Тем не менее, «Огонь» обещает в ближайшее время выпустить видео на другое творение. Говорят, что у них новый этап регенерации, и эксперименты приятно удивят зрителя. Что ж, ждем. Виолетта Тельманова, Рспайкыш, ревью.